Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах стартует велогонка «Тур Дубая», в котором выступят лучшие гонщики велокоманды «Астана Про Тим». Следом на Аравийском полуострове пройдут гонки «Тур Катара» и «Тур Омана». По доброй традиции перед стартом сезона велокоманда собралась вместе на официальную презентацию, где были представлены 9 новобранцев. Как гонщики готовятся покорять новые вершины и заряжаются победным духом, узнала Юлия Ахметова. Укрепление имиджа молодой столицы Казахстана в этом регионе – одна из ближайших задач. Перед презентацией – официальная фотосессия всех 29 гонщиков. Изменился дизайн экипировки, велосипеды остались прежними. На новый сезон «Астана Про Тим» ставит самые серьезные задачи. «Астана» образца 2015 года – это новая команда, чистая команда, команда без скандалов и допингов. И стараться именно доказать всем, что мы выигрывали и будем выигрывать чисто и прозрачно. В новом сезоне «Астана» нашла помощников для одного из лидеров – итальянца Фабио Ару, перед которым ставятся серьезные задачи на Джиро де Италия и Вуэльту. Удержание желтой майки лидера большой петли – задача Винченцо Ниболи. Помогать ему на Тур де Франс будет голландский новобранец Ларс Бом. В команде два новых казахстанца – Бахтияр Кужатаев и Максат Аязбаев. Мне команда очень нравится, это мои однокомандники, все очень дружелюбные, общительные. У «Астаны» прекрасный имидж в Европе и мире. Задача всего казахстанского велоспорта на нынешний сезон – попадание в двадцатку сильнейших. Главная команда будет зарабатывать очки в гонках протура и постарается выиграть во всех соревнованиях, где примет участие. Велокоманды «Астана» – большие планы на сезон. Главное – это завоевание олимпийских лицензий в Рио-де-Жанейро, а также завоевание максимально высоких позиций на всех трех гран-турах мирового велоспорта. Главные гонки «Тур де Франс», а также «Джиро де Италия» и «Вуэльта». Юлия Ахметова, Мирабек Ахмаханов, Дубай.